أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله уважаемые наши телезрители приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и продолжаем серию передач посвященных теме ваххабизм в этих передачах мы обсуждаем идеологию их мышления каким образом это мышление противоречит исламу и почему это является сектой для этого мы пригласили вновь в нашу студию уважаемого шейха Гурбана Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Гурбан, мы вас приглашаем уже множество передач для того, множество серий передач для того, чтобы вы подробно разъясняли нашим телезрителям, в чем заключается их идеология, в чем заключается их мышление и какова цель была основоположника этого, кого у него цель была. Мы уже разобрали о том, что его цель была это захватить земли, властвовать, амбиции его были, которые он хотел достичь, и тем самым противоречил аятам Корана и истории, и хадисам, которые вы привели. Хотелось бы продолжить данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة وعلى أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Мы коснулись одного из аятов Священного Корана, который имеет отношение к такфиризму. Мы разбирали такфиризм Мухаммада ибн Абдул-Вахаба с точки зрения ислама. И в первую очередь мы обратились к аятам Священного Корана, в связи с этим разобрали ряд аятов. И дошли до одного из аятов, в котором Всевышний говорит «Я юхалладина аману» обращается к верующим. «Ла такулу лиман алка илейкуму ссалам аласта муминан» Не говорите тому, кто приветствует вас саламом, что ты не являешься верующим. Обратите внимание. Мы в толковании этого аята привели предание, достоверное предание, которое передано в Бухари, Муслиме, Муснаде Ахмада, и при этом по достоверной цепочке передатчиков и исследователи, и хадисоведы суннитские назвали эти предания и эти цепочки передатчиков достоверными. Мы привели несколько примеров. В этом предании говорится о том, что этот аят Священного Корана был ниспослан относительно Усама ибн Зейда, одного из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, который убил человека после того, как тот поприветствовал Усаму саламом, потом произнес шахаду. Это был человек, который остался в живых после битвы мусульман с многобожниками. И в отличие от всех остальных многобожников, уцелевших многобожников, он не стал убегать. Он остался на месте, остальные убежали. Он остался на месте и занимался тем, чтобы прятать свое богатство, свои драгоценности. И в предании говорится, что рядом с ним был красный верблюд. Красный верблюд и какие-то драгоценности, какие-то... Богатство. Ценные вещи, богатство. Обратите внимание, Усама ибн Зейд убил этого человека. Но в аяте даже не об этом говорится. В аяте не говорится о том, не убивайте того, кто говорит вам салам. Аят, который был использован относительно этого события. То есть в аят Священного Корана говорится, что не имеете права. Вы не имеете права называть неверным того, кто произнес шахаду. Того, кто произнес шахаду. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, который говорит, что недостаточно произнести. Всевышний говорит, тот, кто произнес шахаду, не имейте права ни при каких обстоятельствах называть его неверным. Говорить, что нет, ты не уверовал, ты не являешься верующим. Не имейте права, не говоря уже о том, что делал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, убивал население Аравийского полуострова, население Ирака и не только. Убивал. В аяте говорится, не говорите... Даже не говорите, что он не является верующим. Итак, мы
разъяснили смысл этого аята, каким образом он относится к ваххабитам и ваххабизму, и такфиризму ваххабитскому. Давайте обратимся к книгам суннитских ученых, которые написали толкование, в том числе к этому аяту и к этому преданию, которое дошло до нас относительно обстоятельств ниспослания этого аята. Итак, Фатхуль-Бари ибн Хаджар аль-Асқалани в толковании этого аята приводит слова ибн Тина, одного из ученых прошлого. И, естественно, как во всех подобных случаях, ибн Хаджар аль-Асқалани не просто приводит. Когда человек приводит чьи-то слова, когда ученый приводит слова другого ученого, здесь есть два варианта. Или он хочет его опровергнуть, или хочет воспользоваться его словами для того, чтобы доказать свое понимание, подтвердить свое понимание, донести свое понимание. Здесь никаких опровержений со стороны ибн Хаджара аль-Асқалани словам ибн Тина мы не обнаружим. Раз так, значит, ибн Хаджар аль-Асқалани привел слова ибн Тина, чтобы дать понять, какова его точка зрения, каково его понимание этого аята священного Корана. И вот что говорит ибн Тин. Это 12 том, 195 страница Фатхуль Бари. Шарха Сахих аль-Бухари. Это толкование Сахих Бухари. قال ابن التين في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموئزة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفز بالتوحيد. ابن التين говорит, что в этом порицании, когда Всевышний в этом аяте, в этом аяте Священного Корана порицает, говорит: لا تقولوا لمن ألقاكم ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا. Не говорите тому, кто приветствует вас саламом, что он не является верующим. Это порицание. Всевышний порицает этих людей. И Ибн Тин говорит, что в этом порицании имеется урок, имеется наставление. В чем заключается этот урок и в чем заключается это наставление? Ибн Тин говорит: حَتَّى لَا يُقْدِمَ أَحَدٌ عَلَى قَتْلِ مَنْ تَلَفَّزَ بِالتَّوْحِيدِ. Чтобы ни один человек не смел покушаться на жизнь того, кто произнес шахаду, кто произнес свидетельство единобожия. Не говорит, обратите внимание, Ибн Тин понимает точно так же, как и мы поняли этот аят священного Корана. Мы понимаем одно и то же. В этом аяте священного Корана не говорится о том, кто уверовал в тавхид, кто на деле практикует таухид. Нет, талаффаза бит-таухид, говорит ибн Тин. Мен талаффаза бит-таухид. Тот, кто произносит шахаду, тот, кто признает на языке, на устах, признает единобожие. Все. Все остальные критерии Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Здесь это уже твои исключительно, твои амбиции, не более того. Потому что ислам запрещает. Запрещает называть неверным, запрещает выводить из ислама такого человека. Даже если в действительности у него в сердце имеется неверие, имеется лицемерие. Но если он произнес шахаду, все, на этом все двери закрыты. Это понимание ибн Тина, который привел ибн Хаджар аль-Асқалани, и судя по тому, что он привел его слова, это также понимание самого ибн Хаджара аль-Асқалани. Или же ибн Хаджар аль-Асқалани также на этой же странице, 12-м, 195-й странице, привел слова ан-Навави. Навави, который является толкователем Сахи Муслима. قال النووي الفائل في قوله أقالها هو القلب ومعناه أنك إنما كلفت بالأمل بالظاهر. В этом аяте, говорит Навави, говорится о том, что ты имеешь ровно те обстоятельства, те обязательства, прошу прощения, имеешь ровно те обязательства, на тебя возложены ровно те обязательства, которые исходят от
из внешнего состояния человека. Человек говорит, я мусульманин, все. То есть, другими словами, если человек говорит, я мусульманин, все, он является для тебя мусульманином. Ты не имеешь права говорить, что нет, ты не мусульманин, ты мушрик, ты кафир и так далее и тому подобное. Ислам это запрещает. И это понимание самих суннитских ученых. Каля Навави, это Навави говорит, что وَمَعْنَاهُ أَنَّكَ إِنَّمَا كُلِّفْتَ بِالْأَمَلِ بِالْزَّاهِرِ что у тебя есть только обязательство подчиняться и следовать тому, что на поверхности, не более того. Ты знать не знаешь, что происходит в сердцах людей, чтобы еще и утверждать о том, что ты знаешь, что у него в сердце, знаешь у того, что в сердце, и чтобы судить на основании этого. وَمَا يَنْتَبِقُ بِهِ الْلِسَانِ судить на основании того, что говорит сам человек. Он говорит, я мусульманин, я признаю только единого Аллаха. Все. Никаких других здесь возможностей, никаких других дверей здесь нет. А что касается сердца, что касается намерений, что касается мыслей, то ты разве имеешь к ним доступ? Говорит Ан-Навави. فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْكَ الْعَمَلْ بِمَا Захра мина лисан. И поэтому Всевышний порицает его за то, что он не поступает. За то, что он не поступил согласно тому, что исходило из того, что на поверхности, из слов, из уст этого человека. Он не последовал за этим. И поэтому Всевышний его ругает, говорит Ан-Навави. И приводя слова его святости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, факаля, أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أو لا. Поэтому посланник Аллаха говорит усами, разве ты имеешь доступ к сердцу, чтобы знать, из-за чего он сказал эти слова, чтобы избежать наказания, чтобы сохранить свою жизнь или из-за чего-то другого. Это слова Ан-Навави, которые привел Ибн Хаджар также. Также можно привести слова. Уважаемый, если можно, то больше небольшую паузу мы приведем эти слова. Конечно. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшого перерыва мы вернемся и продолжим. Уважаемые наши телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой приводили слова ученых относительно того, каким образом мышление Мухаммада ибн Абдул-Вахаба противоречит исламу. Уважаемый шейх Гурбан, вы привели слова ученых, где видно, что человек не имеет права судить другого на основании своих предположений всего лишь, то, что якобы он не уверовал, у него в сердце нет имана и так далее. Что он делает ширк, например, что он делает куфр, что то или иное. Он говорит, я мусульманин, я признаю только единого Аллаха. Ты не должен ходить за ним и искать, а нет ли у него каких-нибудь еще чего-нибудь, каких-то недостатков. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб это нужно было, чтобы достичь своих амбиций. Это ислам запрещает. Если обратить, еще один пример приведем, это слова Куртуби, который также привел Ибн Хаджар, 12 том, 195 страница, та же самая страница. «Вакаля Куртуби», говорит Ибн Хаджар. Что он говорит? «Вафихи далилюм», что в этом аяте, с учетом его толкования, которое мы привели из предания, из достоверного предания, «Вафихи далилюм аля тараттубиль ахкам аля асбабиз захирати дуна альбатина». Что шариатские положения отталкиваются от того, что на поверхности, а не того, что скрыто. То есть на словах, на устах, то, что на устах, а не то, что может быть глубже, а может и не быть. То есть мы опять-таки обнаруживаем, что это всего лишь примеры. Можно долго перечислять и цитировать из суннитских ученых. Они понимают из этого аята, из его толкования,
То же самое, что и мы поняли. В принципе, все совершенно очевидно и понятно. Ну, на самом деле, мы обращаем внимание на Коран, на хадисы, на мнение ученых, на свое мнение личное даже, допустим, на логику, то видно, что это мышление прям явно и очевидно противоречит религии ислама и всем нормам морали человека даже. И, кстати, доказательством того, подтверждением того, что это ложная точка зрения, что это ошибочная точка зрения, служит в частности и то, что ваххабиты, когда завоевали Мекку, они перестали таким образом мыслить. Они перестали мыслить таким образом в отношении тех, кто живет на Аравийском полуострове. У них там уже нет такого ширк, не ширк, этот мушрик, тот не мушрик. У них уже такого нет, хотя люди те же самые. Люди могли остаться теми же самыми. То есть они, что сразу изменились, обратите внимание, те же самые, допустим, Арабские Эмираты, да, которые также шейхи и так далее, вот эти вот королевства Персидского залива, в частности, Арабские Эмираты, где основатель Арабских Эмиратов, я как-то говорил об этом, у него есть свой мавзолей. И в этом мавзолее над его могилой читают, что вы Коран думали? Целыми днями. Сутками. Не днями. Сутками, да. Сутками. Сутки напролет читают Коран. То есть, ну, это богатые шейхи, миллиардеры, то есть они даже не знают, сколько у них денег на самом деле. Они там между собой в карты играют на миллиарды. То есть известная история, один из них проиграл целый небоскреб другому. То есть у него там многомиллиардный небоскреб был, он просто проиграл в карты этот небоскреб другому шейху. То есть они богатые люди, они нанимают этих чтецов Корана, которые сутки напролет, сменяя друг друга, читают над могилой основателя современных Объединенных Арабских Эмиратов, над его могилой, в мавзолее, у него белый, белоснежный, мраморный мавзолей. Это разве не ширк? А это же не нужно, их не будет. Это уже не так интересно. Это не интересно. Не актуально, так скажем. Своя территория. Это уже своя территория. Здесь уже это не действует. Здесь уже не нужно эти... А вот где-нибудь в Сирии, да, когда американцам понадобится свергнуть сирийскую власть, когда им понадобится, там нужно будет искать мушриков и кафиров. Они что и делали, да, в начале десятых годов. Они искали там мушриков, кафиров, ролики всякие записывали, что вот эти сирийцы поклоняются и считают своим богом Башара Асада, какие-то там съемки производили, какие-то фильмы и так далее, якобы документальные, якобы реальные кадры и так далее. Почему? То есть это, опять-таки, амбиции. Эта идеология и это убеждение такфиризма, оно, в общем-то, не выдерживает никакой критики на самом деле. И они отрекаются от этого, несмотря на то, что они убивали ханафитов, они убивали суннитов, прошу прощения, хамбалитов, суннитов-хамбалитов на Аравийском полуострове на протяжении 18 века, 19 века и начала 20 века. Они более двух веков резали их, резали хамбалитов, и не только хамбалитов, и остальных, с остальными тоже сражались, резали их без... зазрение совести, но а вот сейчас, когда весь этот Персидский залив под контролем, и Аравийский полуостров под контролем, здесь уже все. Здесь уже они забыли и отрицают, если вы скажете, что вот же у вас Мухаммад ибн Абдул-Вахаб вынес такфир большинству жителей Аравийского полуострова, согласно его собственным словам. Это согласно его собственным словам большинству, а на самом деле это были все, кроме его собственных последователей. Они не будут это признавать, они скажут, нет, это что-то здесь, какая-то ошибка какая-то и так далее. Это свидетельство о том, что сама это убеждение, сама точка зрения, она не конкурентоспособна, она ее невозможно защищать с помощью аятов, и ее нельзя вывести из аятов Священного Корана, кроме как посредством софистики, не более того. Это по поводу того, что говорится
аятов священного Корана. Это несколько аятов, можно найти и другие аяты, которые имели бы к этому отношение. Но это ярчайшие примеры, которые можно привести из аятов священного Корана. Давайте обратимся к преданиям, обратимся к жизненному пути его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Обратите внимание, я приведу только достоверные предания, которые признаются суннитами достоверными, и, в общем-то, здесь никаких каких-то разногласий, каких-то здесь прений здесь по этому поводу не имеется, по поводу достоверности этих преданий. Первое предание из «Маджма' уз-Завайд» ва «Манба' уль-Фавайд» Хейтами, это книга Хейтами, первый том, 157 страница. Здесь приводится предание от сподвижника Джабира ибн Абдуллы, у которого фасаалаху говорится, мазмау зазывает, фасаалаху раджулун, хал кунтум тадууна ахадан мин ахли ль-кыбла мушрикан. Некий человек спросил у Джабира, сподвижника, вы когда-нибудь кого-нибудь из тех людей, кого-нибудь, ахадан, хоть одного человека из тех, кто молится в сторону Киблы, в сторону Мекки. Кто, хоть одного человека, который молится в сторону Мекки, хоть одного человека вы называли мушриком? Мушриком. Каля ма'адаллах. Джабир ответил, что не дай Бог, упаси Аллах от такого. Это то, что делают ваххабиты. Это то, что делают, делали и делают ваххабиты, а не тех людей, которые являются ахлюль-кыбля, которые верят в священный Коран, которые верят в единого Аллаха, которые верят в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, по надуманным причинам выводят из ислама. То есть мы видим, что такой сиры, такой практики вообще не было. И Джабир ибн Абдулла отрекается, говорит, ма'ад Аллах, не упаси Бога. То есть даже у них мышления такого не было, даже представления такого у них не было. Конечно, это просто было невозможно для них, чтобы мушриком называть того, кто является ахлюль-кыбля, который молится в сторону Мекки, является ахлюль-кыбля, признает священный Коран, признает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произносит шахаду и так далее. И после этого предания Хейтами говорит «Раваху Абу Я'ла ва Табарани филь кабир ва риджалуху риджалу сахих». Говорит, что это предание передано Абу Я'ла и Табарани в его книге «Аль-Кабир». И все передатчики являются передатчиками Бухари или Муслима. А Бухари Муслима. Сахих. То есть одно из книг «Сахих». То есть Бухари или Муслим. Все передатчики «Риджалуху риджалу сахих», говорит Хейтами. Это одно предание. Есть также предание в Сахи Муслиме. Сахи Муслим, то есть это уже авторитет, здесь уже даже не нужно чьё-то мнение, чтобы подтвердить достоверность этого предания. Здесь приведены, в Сахи Муслиме приведены слова его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, предание. Его светлость сказал, «Мен каля ля иляха илля Аллах, ва кафара бима يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ, говорится. То есть тот, кто произнес шахаду «Ля Иляха Илляллах» и отрекся от всего того, чему поклоняются другие, то есть от идолов, я идол не принимаю. Я этот идол не принимаю, не признаю. Отрекся. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَرْمَ مَالُهُ. Его имущество неприкосновенно, его жизнь неприкосновенна. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. И он уже будет отчитываться перед Всевышним. То есть на самом ли деле он уверовал, не уверовал, на самом ли деле он отрекся или не отрекся, это все уже на Всевышнем Аллахе. Это уже его расчет. Он будет держать ответ перед Всевышним Аллахом. И это же предание приводил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своей книге «Ат-Таухид», которую мы зачитывали ранее. И здесь я хочу подчеркнуть, и говорил ранее об этом его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь говорил правила для военных условий, потому что это не значит, что если кто-то не является мусульманином, то у него нет неприкосновенности жизни и имущества, нет.
под защитой мусульманского халифата, под защитой его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И последующих поколений мусульман жили иудеи и христиане под их защитой. То есть это правило, которое было изложено его светлостью, когда мусульмане, в тот момент, когда мусульмане вели войну с многобожниками. Вели войну с многобожниками. И здесь его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дает правило, что если, когда вы сражаетесь до того, как они признают, если вдруг, допустим, во время сражения кто-то из них скажет «Ля иляха илля Аллах Мухаммаду Расулла», все, вы не имеете права его трогать, убивать, нападать на него и так далее, отнимать имущество и так далее, отнимать жизнь и так далее. Это еще одно предание, которое ясно также свидетельствует о том, что тот, кто «Мэн каля ля иляха илля Аллах», тот, кто говорит, что нет Бога, кроме единого Аллаха, то его имущество, жизнь неприкосновенны. Или же другое предание, которое мы обнаруживаем в Сахи Бухари. Обратите внимание, это тоже очень важное предание, несмотря на то, что мы его напоследок приводим, но все же имеет очень важное значение. Опять-таки, в контексте ваххабитского такфиризма. Почему? Потому что его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом предании говорит, это Сахи Бухари. И муслими тоже это предание имеется. «Ин ласту ахша алейкум ан тушрику ба'ди». Я не боюсь, что вы после меня станете мушриками, многобожниками. «Валякин ахша алейкум ад дунья». Но я боюсь, что вы будете гнаться за мирским. «Ан танафасу фиха». Что будете стараться делать, жить, работать только ради мирского. Усилия свои прикладывать ради мирского, только ради мирского. Я боюсь этого, что вы будете на перегонки, соревнования устраивать в мирских делах, вместо того, чтобы устраивать эти же перегонки и соревнования в делах более возвышенных, в загробных делах, чтобы соревноваться между собой в возвышенных ценностях, в добродетелях, а не гнаться за... Кто-то купил машину, тот... увидел и хочет такую же машину, и, в общем, всю свою жизнь посвятил тому, чтобы у него была такая же или лучше, чем у его соседа или знакомого. Танафасу фиха, то есть это танафус фи. Ватактатилу, и что будете убивать друг друга. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, этого боялся. А это произошло? Произошло. Они погнали за мирским, они стали друг друга убивать. Фатахлику. И таким образом... Тахлику кама халака мин ман кана каблякум. И в результате этого, погнавшись за мирским и убивая друг друга из-за мирского, вы погибнете, как погибли те, кто был до вас. Это, кстати, к вопросу о том, почему наступил закат исламской цивилизации. Почему погасла исламская цивилизация? Почему утихла исламская цивилизация? Это невероятнейшая по своей мощи, невероятнейшее по своему феноменальное явление в истории человечества, не имеющее ничего подобного на протяжении всей истории человечества, вдруг взяла и погасла. Это к вопросу о том. Что мы из этого предания обнаружим? Что его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что вы мушриками не станете. Это уже я за это не боюсь. Я боюсь, что вы, в других преданиях говорится, мы говорили об этом, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь использует малый ширк. То малый есть, ширк. Как раз таки из-за мирского Мухаммад ибн Абдул-Вахаб прибег к таким действиям. Да, он как раз был мушриком самым. Что очень сильно навредило всей религии, а не одному человеку. Да, совершенно верно. Это был ширк, опять-таки, не тот ширк, который выводит человек из ислама, а малый ширк, который является нравственной падкостью. Является этот малый ширк, это является нравственным недостатком. Можно сказать, почему посланник Аллаха не боялся большого ширка, так как большой ширк вредит самому человеку лично. А малый ширк, допустим, вот это вот. Нет, как... из преданий ясно говорится о том, что этого не произойдет просто. Он говорит, я не боюсь.
Не потому, что это неплохо, не потому, что это не страшно. Это страшно, это плохо. Его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, многие годы сражался и боролся с этим. Проповедовал против этого ширка. Это вот страшно, это плохо. Речь не об этом, речь о том, что я не боюсь, что вы вернетесь во времена невежества, став многобожником, отвернетесь от ислама и станете многобожниками. И здесь, кстати, это, то есть, мы обращаясь к Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу, его учению, учению ваххабизма, что они говорят? Они говорят, что умму поразил ширк. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, нет, этого не будет. Будет малый ширк. Будет беготня за мирским. Будете убивать друг друга из-за мирского. То, что делает Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Он убивал из-за мирского. Это как раз то, чего боялся его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как видел он, да. И подчеркнем, по поводу данного предания имеется толкование, которое направлено на то, чтобы оправдать Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Обратите внимание. В этом оправдании, как это обычно бывает в оправданиях, говорится о том, что в этом предании имеется в виду, что вся умма не будет, не войдет в ширк. Но это не значит, что какие-то отдельные личности не будут совершать ширка. Что отдельные личности не будут совершать ширка. И они приводят пример, что вот после его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые сподвижники, те люди, которые были вокруг его светлости, они вернулись во времена джахилии и стали мушриками. Поэтому это предание не говорит о том, что ни один человек не станет мушриком. Это предание говорит о том, что вся умма не станет, что всегда будут единобожники. Так? Но давайте посмотрим на идеологию ваххабизма того времени, когда был Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Они что исповедовали? Они исповедовали как раз то, что вся умма вышла, что кроме нас все остальные мушрики, они убивали людей на Аравийском полуострове, убивали суннитов. Толпами. Толпами. Они на протяжении более 2 веков сражались с мусульманами на Аравийском полуострове, убивали их, проливали их кровь. Как это? Что на данный момент происходит, допустим, в Сирии, в Ираке. Да, но то есть мы здесь хотим подчеркнуть тот факт, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб считал, как говорил его брат Сулейман, как и говорили многие, Зайнид Ахлам в том числе, ну, слова его брата намного крепче. Да? То есть он говорил, что ты выводишь из ислама последние несколько 600, поколений. 600 лет. 600 лет или 700 лет по разным оценкам. 700 лет, то есть на протяжении 700 лет мусульман нет, все люди стали мушриками. А его святость посланник сказал, ты боишься, ты Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, ты ваххабит, ты сектант, боишься, говоришь, самая страшная чума, это то, что люди вышли из ислама и стали мушриками, стали поклоняться идолам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, инни ласту ахша алейкум антушрику. Я не боюсь, что вы станете мушриками, я не боюсь, что вы станете идолопоклонниками. А вы говорите, что это нет, надо этого бояться. Согласно этому преданию, согласно этому достоверному преданию, вы не на верном пути, вы заблудились, вышли из колеи. Уважаемый шейх Гурбан, спасибо большое, что разъяснили. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Иншаллах, на следующих передачах мы еще продолжим данную тему. Уважаемые наши телезрители, надеюсь, что эта информация была очень полезна для вас. И, иншаллах, вы из этого учтете урок для себя. На этом я с вами прощаюсь. Иншаллах, увидимся на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.